каникулы. А что же значит это? У школьников каникулы, а это значит лето, когда луга расцветит, когда так нужны пляжи, когда с утра до вечера и не присядешь даже, когда босыми бегаем, а ветер нас встретит, когда на солнце надо нам пожарит наши спины, когда мы рады радугам и зарослям малины, но тянет к одноклассникам гулять-то вечно, что ли? И вот как будто к праздникам готовимся мы к школе.